Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я вас приглашаю в гипермаркет «Магнит» посмотреть, почем там социалочка наша стоит. Продукты самые интересные, важные, фрукты, овощи. Надеюсь, что будет интересно вам поглядеть. Или по ценникам. Время у нас 8 вечера, народа как бы много. Хотя казалось бы, что будет меньше. Шампусик, наверное, не самый дешевый, можно сказать. Игристое белое блюдо, что-то название даже. А, это абраушка такая. Прикольно. Самый важный социальный продукт, ребята, берем. Я шучу. Чаечек Ричард Роял. 100 пакетиков, скидка типа 409 так, а так можно за 200 купить. Ну, на радость. Миллер можно по 57 набрать. Много. У меня дочь обожает вот такие вот вкусные булочки. Но сегодня брать не будем, худеем. Вот мой любимый хлеб, я вот такой вот люблю. Здоровый, бездрожжевой, стоимость у него 46 рублей. Хлеб городской по 26 рублей можно взять, либо по 28 нарезной. Он Санта-Стефано, шампанское дешевое можно взять, это по 259. Ну, это игристое вино, или он по 369, это Брют Аристов какой-то. Прикольно, капусточка, короче, по 350 рублей за килограмм. Значит, говорит, это раньше было по 99, сейчас по 129. У нас вот такая коробка из кореновки, 400 грамм, 359. Пишите, почем у вас. Курица гриль по 270, не знаю, дорого нет, давно не покупал. Вот молочку берем по 44 рубля. Коровка из кореновки, агрокомплекс, прошу прощения, молоко. Ну, Маша посмотрела, годности ей не понравилось этого молока. Поищем вот здоровье из Пригорья, 59. Я такой никогда не брал. Это семейный формат, вот 1,4 по 103. Ну вот, как бы 800 грамм, во-первых, пачка, 72 рубля, буренка кубанская. Вообще, такая маленькая пачка стала. Слушай, а сколько здесь вот мы сейчас взяли, там пачка не уменьшилась? Все-таки 0,9. Кубанский молочник хотя бы не расстраивает. 0,9, 0,65. Странно, что вот по 79, 0,93 литра, видите, такое, но она пастеризованная идет. То есть вот сметана по 50, это прям сейчас вот редкость. Потому что был у него прям взлет такой. Слушайте, это не сметана. Это Мацони, господи, я думаю, что-то дешево. Вот кубанский молочник, творог 340 грамм за 129 рублей. Творог кумский, обезжиренный, 180 грамм, 51 рубль. Творог, допустим, кубанский молочник, 180 грамм, 9%, 75 рублей. Кефирыч по 52. Агрокомплексы, эконом кефир взять за 43. Кефир коровка из кореновки, 900 грамм по 55. Кубанский молочник по 99. Вот сметана, 300 грамм за 74, 180 грамм за 62. То есть это тут еще минус 25%. Ценники радуют. Посмотреть сами, то что прям всех не читал. Коровка из кореновки 84, 15%, 300 грамм. Киви смотрим по 181, бананы по 98. По крайней мере еще есть. 120. Ребят, вы прикиньте, что я яблоки Гала. А, ну это Гала. Давайте урожай найдем. Я просто обычно урожай беру по 127. Это... груши урожай по 196, яблоки нового урожая по 69. Ладно, на 10 рублей у нас дешевле, чем я брал в Надыме. Эти вот яблочки по 129 продаются, красные крупные. Перец по 349 рублей, апельсины по 80. Можно еще зеленушку какую-нибудь посмотреть, салат рукола 134, 75 грамм, шпинат 69, укроп по 55. Базилик 30 грамм по 109, щавель 79, 100 грамм. Кинза 50 грамм 69, салат дуболистный, красный 105 и салат листовой микс по 79. Розмарин 30 грамм 99 рублей. Шампиньоны 700 грамм 209 рублей и 300 грамм 92 рубля. Капуста молодая по 109 рублей, красивая. Капуста цветная 309 рублей. Салат айсберг 179 рублей. Капуста пекинская 179 рублей. Грибы и шампиньоны 250 грамм. Магнитовские по 74, 250 грамм. Грибы и вешенки по 109. Грибов много, наверное, самые выгодные. Вот эти 209. Эти 300 грамм 92. Мандаринки по 92 рубля. Такие же цены, как на Дыме. Томаты 230, дороже, чем на Дыме. Огурцы по 140. Такая же цена, как на Дыме. Виноград, я думаю, будет интересно. 359 рублей, такой крупный красный. Там я просто не знаю, 109 лимоны стоят. По 80 рублей апельсинчики можно взять. Помело 229 и 169 суетина.
О, айва любимая по 119 рублей. Ананас, если что, по 169. Картошка, смотрите, самая дешевая по 36. Есть урожай новый по 84. Туалетная бумага вот по 14, ребят. Набирайте. Поехали, другая картофель. 3 килограмма по 309 рублей. Свежий. Не копаться, 189, 2 килограмма. Какой-то вот такой прям картофель диетический. Такого никогда еще не видел. 112 рублей. Красный картофель. Мытый за килограмм. 2,5 килограмма за 189. Отборный для гриля и запекания. Лук по 34. Морковка по 89. Тыква по 81. Вот такая. Репа по 89. Редиска по 109 и по 199. Кабачки по 309. Он еще такие зеленые, такие красивые. Баклажаны по 349. Чеснок по 45 рублей за 100 грамм. Лук вот можно россыпи взять по 20 рублей. Причем хороший вроде лежит. 62 капуста и 38 морковка и 54 свекла. Кефаль по 469, конечно, не порадовало. 379 шея, осиная корейка по 289, ребра по 269 можно взять. Куриное филе по 299 нужно там на развес. Масло 0,9 литра, 93, вот такое самое, по-моему, дешевое, которое есть. Просто не знаю, с чем вам сравнить, что вы у себя берете. Ну, допустим, какой-нибудь Рика, литр 169 рублей стоит. Масло дофига прям, какого-то ажиотажа. По 62 рубля соль. А, нет, это сахар, песок белый был, короче. Здесь по 62 рубля. Я чуть не офигел. Ну, короче, везде столько соль, сахара вообще нету. Соль по 9 рублей. Хорошо, что соль есть. Сегодня про соль читал, прям дорогая. Макфа 143 рубля, 2 килограмма. Сорт экстра французская по 169. Вот социалка мука по 57 рублей, 2 килограмма. Карповская. Ну что, мука и мука. Как бы все, посмотрел, сахара нет вообще ни одной пачки, даже дорогого. То есть... весь сахар кончился. Вот. Будем геркулесик кушать. Я, кстати, обожаю такой геркулес, 19 рублей. Допустим, чебекинские макарошки. А нет, крупа греческая вилка. А где вот? Чебекинские 79 стоят. Ну, крупу уже посмотрели. Греча. Интересно, социальная гречка где? Макфа макароны. Петушки по 54 лежат. И улитки по 54. А гречи что, реально нету? А 81, допустим, чебекинские спагетти. Скидка, вообще какая-то по 39 есть. Макфа макароны по 85, потому что все витрины, в принципе, заняты. Везде все продается. Если я не увидел, напишите мне, пожалуйста. Я только вот в пакетах таких вот. Мне такой гречи никогда. А вот, все, смотрите, нашел, я уже распереживался. Вот гречи есть. Макфа, крупа гречневая, Е30 по 86. Вот 900 грамм по 179. Самое дешевое, походу, 79. Это вот эта вот крупа. Агроколь крупа, манная 53. Крупа пшеничная по 26. Так что не пропадем, еще много разных круп. Яйца C первая категория, 30 штук, 219 рублей можно взять. Моя любимая мороженка, 72 рубля стоит, вот тоже по 72. Горячий кулюч, минеральная полторашка, 32, 5-литровая, 43 рубля стоит. Такая моя цена, магнитовская. Кока-кола, может, будет интересно кому. За 1,5 литра 134 рубля. 64,09 литра, а 52 рубля за 0,5. Слушайте, самое главное, что Кубай. Как был 25, так и стоит 25. Хотя раньше было можно дешевле взять. Его очень много, нету ажиотажа. Вот, бедро цыпленка бройлера от птицы Кубани по 143. По желтому ценнику. Голень цыпленка 169. Голень цыпленка 169. Озерка филе грудки утенка 799. Я чуть не пофигел, думаю, что это такое может стоить. 299. Вот я говорю, грудка. Индейка охлажденная. 500 грамм 299. А грудка 369. Озерная тушка утенка 349. Курица вообще 134. Грудка по 199. Вот С1 по 111. Яйца перепелиные 20 штук по 109. Есть С0 категория. С1 112, 10 штук. Ну, в общем, упаковку мы взяли вот таких яиц. То вдруг больше таких цен не будет. Даже С0 не вижу. А вот С0, но не написано. Стрелочка есть. Яйца С0, 10 штук, 83. О, интересно, крупные или нет. Бывают такие С0. Ну, в принципе, хорошие на вид. И какие-нибудь бульмени по 359 есть. Я думаю, что, в принципе, по всем ценам посмотрел. Если что-то не показал вам, обязательно напишите, ребятки. В следующий раз обязательно зайду, покажу. Надеюсь, что было интересно. Ну, и жду вас в комментариях, чтобы вы обязательно сравнили ценники ваших магазинов. Потому что многие цены как бы поднялись и довольно-таки существенно. Будет интересно узнать вас. Самое видное, видеть некоторые цены, что у нас они стоят...
дороже, чем эти цены в каких-то северных регионах. Но я с Надымом просто только приехал, видел там другой совершенно ценник. Всем пока-пока, подпишись, лайк, сделай репост и телеграм-канал Море ОС ВКонтакте, Юрий Азаровский. Везде вас буду видеть, очень сильно рад. Яндекс.Дзен, Юрий Азаровский, знато. Спасибо всем, что подписывайтесь. Завтра приду в себя и пойдем обязательно посмотрим, как там наше море, как город готовится к вашему приезду, если вы, конечно, к нам собираетесь. Кстати, напишите об этом, приедете или нет.